участие в розыгрыше для вас это всего лишь минута вашего времени, зайти на страничку и подписаться на всех. Я думаю, что на вашем месте все-таки я бы воспользовалась такой возможностью. Я, конечно, читаю здесь комментарии, Дана, и дай бог тебе терпения, потому что тяжело, конечно, все это. Ребят, меня хоть слышно? Видно? Да, тебя слышно. Слышно даже, как Макар плачет. Прекрасно, это очень хорошо. Смотрите, ребят, кто я не... рассказала, Дан, я рассказала, что вот-вот уже финал, я рассказала, что успевают прям в последний вагон. Подарки только денежные, их очень много. Да, Вика права, кто не понял, то Вика просто помогает мне вести это все дело, то есть раздача не у нее проходит, раздача у меня, она просто с моего второго аккаунта помогает мне это все дело вести, потому что я смотрю некоторых вопросы, типа, что к чему. Вот, на вопросы по поводу ситуации я поотвечаю чуть позже, потому что я иногда в прямые эфиры, собственно говоря, и с такими моментами выхожу. Совсем скоро финал, я надеюсь, меня слышно. Осталось буквально несколько, да каких несколько дней, мне кажется, через сутки, полтора все закончится, у вас есть возможность заскочить в последний вагон, просто забрать моих друзей к себе. Я сейчас стараюсь максимально много переводов делать, потому что хочется помочь, так скажем, всем. И единственное, что прошу взамен, это просто подписку на всех моих друзей, так как они являются спонсорами, они тоже сделали свой вклад в то, чтобы я вас радовала. И сегодня, ну, короче, я просто вчера попробовала в ЦСУ, поняла, провести цифру вот эту вот. Ну, я просто не хочу говорить, это игра, ну, короче, вы поняли. И люди, в принципе, нормально, но без негатива к этому отнеслись. И так как я еще сделала скрин видеоэкрана и выставила, то вообще никакого негатива не было. Поэтому, в принципе, можем сегодня в эфире тоже это сделать. Можно попробовать. Ну, то есть вчера я уже сделала, и я, кстати, была удивлена, что вообще без негатива. Ну, это и прекрасно, потому что я тебе говорю, как я уже сказала ранее, я думаю, сейчас абсолютно каждому человеку не помешает хотя бы какая-то финансовая помощь. Потому что никто не знает, что будет завтра, и если есть действительно возможность получить такой денежный приз, но почему бы и нет? Так, этот самый. Вик, заблочь, пожалуйста, тех, кто ты поняла. Просто ты можешь только это сделать, так как твой эфир. Что, котеночек? Нет, там дядя. Ребят, да, забывайте, ради чего сейчас проходит данный прямой эфир. Розыгрыш проходит у Даны. Я помогаю ей, потому что мы дружим, и потому что я понимаю, что физически ей тяжело со всем с этим справиться. Оборвать розыгрыш на полпути невозможно. Ну и, собственно, я думаю, вы понимаете, да, что с ее стороны это было бы просто максимально нечестно и перед вами, и перед спонсорами, которые принимает во всем в этом участие. Поэтому она доводит дело до конца. Я поэтому помогаю... Дана просто сидит на ступеньках. Падает постоянно, она с маленьким ребенком, и, разумеется, ей сейчас нелегко. Поэтому давайте сейчас отнесемся ко всему к этому с пониманием. Все-таки все это проводится не для того, чтобы у вас что-то забрать, а наоборот, проводится для того, чтобы дать вам возможность... получить хотя бы какое-то финансовое вознаграждение за вашу активность. Так, ладно, я попробую. Будем в цифры играть, да. Кстати, немножко связь тупит, не знаю, с твоей стороны или с моей, ты заикаешься у меня. Все хорошо. Макар, ты на опасности. Много блокировать не буду, потому что понимаю, что это как бы нечестно с моей стороны, только вот какой-то жестко открытый негатив. Вот. Потому что я понимаю, что, возможно, человек принимает участие, возможно... Возможно, ведь ты ему просто не понравилась, понимаешь? Да. Зашла тут такая. Так, ну что, ребят, давайте тогда... Дан, скажи, какую сумму ты готова сейчас в прямом эфире разыграть? А у нас в прямом эфире, ну, я не буду говорить сумму в плане, я даже не знаю, в какой валюте просто назвать, понимаешь, чтобы, ну, был,
не знаю, в долларах не назову, потому что сейчас у всех курсы отличаются. Но все, кто участвовал вчера, все видели. Расскажи, сколько это в рублях на всякий случай. Я даже сейчас не знаю, сколько это в переводе, но мы вчера разыгрывали бонус 250 гривен, либо же это 500 рублей, либо же это не знаю сколько в долларах. Ну вот, вот так вот было вчера. Ну вот, давайте тогда так и сделаем. Так. Ребят, если готовы, то мы можем, в принципе, начать. Я думаю, правила этой игры все помнят, да? Да, я напомню то, что я сейчас пойду за листиком, за листочком, напишу цифру. Давайте от 1 до 100, чтобы не сильно долго, потому что вчера было от 1 до 200 немножко долго. Угу. От 1 до 100... Тот, кто первым угадает, того и приз, но вы обязательно должны быть подписанными на моих 52 друга. Если вы не подписаны, то вы не сможете забрать свой приз, я переиграю. Поэтому можете сейчас выйти на секунду с эфира, пойти подписаться, мы дадим буквально пару минут и начнем эту игру. Вот, то есть правила простые, бонус денежный на карту в любую страну. Переведут. Переведем. Я зачитываюсь, поняла, в этих в смс-ках я вообще теряюсь. Я тоже. В общем, смотрите, для тех, кто спрашивает, что нужно сделать для того, чтобы принять участие в розыгрыше у Даны, вам нужно просто зайти сейчас либо на конкурсный аккаунт, либо на страничку Даны и просто подписаться на тех людей, на кого подписана она. Больше ничего делать не нужно. Кроме подписок, больше ничего делать не нужно. Иди в Сатурн поиграй. А то бабуля сейчас спрячет Сатурн. А, мам, выверни планшетку, чтобы Ой. Заново он начал. Ну, еще раз выверни, чтобы цифры снова... Иди цифры поскладывай. Сейчас, секунду. Ого! Там Сатурн. Так. Выгрузки номерков у нас тоже происходят. У нас же лайктайм и квесты проходили. И еще один большой лайктайм будет перед финалом. Вот. Что еще я хотела из основного сказать по поводу... Если страничка закрыта, не переживайте, вас примут. Ой, точно. И, кстати, хотела сказать, что все, кто подписывается сейчас именно на спонсора для того, чтобы поиграть в игре, в цифры. Мы знаем, что есть закрытые аккаунты спонсоров, поэтому вы не переживайте, мы это учтем. Если у вас будут подписки на всех, а на закрытые будут отправлены заявки, мы, конечно же, это все учтем и вас без вашего выигрыша не оставим. Участвовать можно со всех городов, со всех абсолютно стран, с любых аккаунтов, закрытых, открытых. Есть у вас фотография, нет фотографии, это личный или коммерческий профиль, там, не знаю, ваш какой-то магазин, это ваша мама, папа, бабушка, дедушка. Можно подключать всех, либо участвовать с их страниц. То есть нет никаких ограничений по количеству страниц, в которых можно участвовать. Можете со своих даже второстепенных каких-то там профилей для отслеживания кого-то, чего-то участвовать. Ну, я уверена, что у всех есть такие аккаунты, которые типа так, для беспалевного. Спрашивают, что будет в финале. У нас в этот раз как такового финала нет. Финал — это имеется в виду конец раздачи. То есть финал — все, конец, финиш. У нас в этот раз просто денежные переводы по подаркам, сами понимаете, не получилось, не сложилось. Вот, и я же говорю, фотография вообще и фотосессия была еще 4 февраля, перед моим днем рождения сделана. И задумка с вот этими деньгами, она была, не знаю, как так получилось, впервые, ну, прикинь, Вика, у меня 15 раз дальше, и только в этот раз я не знаю, как так получилось, что вот так, без никаких-либо подарков вообще, даже первоначально, ну, то есть еще в начале февраля, и вот, как бы, не знаю, может так судьба. Пишут возмущение, пожалуйста, не забывайте, что Дана просто заканчивает выполнять свою работу. Ой, господи, столько всяких личных вопросов, притом, слушай, такие вопросы задают, которые до этого мне в эфирах не задавали, как будто бы первый раз мой эфир меня видят, в принципе, я не знаю, как так может быть. То ли этот самый, то ли люди решили тебе высказаться. Ну да, я так полагаю, что да. Потому что, ну, хотя ты с моего аккаунта сидишь.
Слава богу, что я чувствую его похоже. Ну, да. Я рад, что в процессе эфира много людей подписываются на конкурсный аккаунт, значит, те люди, кто зашли только сейчас, они как раз-таки в процессе, поэтому давайте... А тебе видно, да, что подписываются? Поэтому давайте, ребят, пока у вас есть такая возможность, у вас буквально вот там минута времени, вы быстренько подписываетесь на всех друзей, и прямо сейчас Дана будет загадывать циферку. Да, 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 тогда мы можем реально дать время, потому что, ну, сама понимаешь, если мы начнем раньше, человек психанет и все, который Конечно. Начал. Чтобы все успели. Поэтому давайте, ребят, оперативнее. Кто-то пишет, без выгрузки нереально выиграть. Почему нереально? Мы прямо сейчас в прямом эфире будем это делать. Я так понимаю, что Дана каждый день в прямых эфирах разыгрывает огромное количество денег. Нет, в сторис, в окошках желаний. В сторис, да. То есть она делает это и в сторис, и в прямых эфирах. Поэтому, ребят, если у вас есть желание, то... Ваша задача успеть, потому что финал уже вот буквально сегодня, ой, вернее, завтра, послезавтра, наверное, да, там буквально несколько дней, я думаю, уже осталось. Да, я думаю, не больше 2 дней, потому что я уже не могу. Мне хочется уйти в себя. Да, я представляю. Мне кажется, Вика меня не скоро увидит, отвечаю, у меня уже просто истерическая улыбка. Дай бог в апреле. Дан, ты будешь сегодня выбирать кого-то из окошка? Я хочу, пока все хорошо, пока все спокойно, еще пару человек точно выбрать, потому что, ну, вечер на вечер не похож, сегодня так, а завтра может быть по-другому. Что ты там крутишь? Мам, тебе видно, что он крутит? Так, я тогда пошла по листике, по ручку. Давай. Потому что все равно мне нужно дойти. Ребят, у вас еще есть возможность написать Дане в окошко. Возможно, она вас заметит. Пишите. Самое главное, чтобы вы были подписаны на ее друзей. Потому что я думаю, будет... Ну, давай. Напишите, она выберет вас, и она увидит, что вы, например, не успели подписаться на фото. Поэтому самое главное, вы должны быть подписаны на тех людей, на кого подписана Дана. Больше ничего делать не нужно. Только подписка. Переводы Дана делает сразу, поэтому в этом плане вы можете абсолютно не... Сейчас окошко желаний у Даны на страничке в сторис. На аккаунте Милани. Окошко желаний. Тогда вы можете написать любое свое желание. Ну, естественно, в денежном эквиваленте, так скажем. Так, я вернулась. И я, кстати, выставила было окошко 2 дня назад по поводу того, чтобы писали кто что хочет из моего шоурума, но поняла, что это гиблое дело, потому что в ближайшее время... Ну, какое ближайшее время тут вообще? Непонятно, поэтому решила людей не выбирать оттуда, так как, ну, как бы, кормить завтраками я не хочу. В плане отправок и всего. Ну, то есть это не то, что я не могу добраться до, там, до склада с вещами. Это даже если бы могла. У нас не работают никакие почтовые, ни Укрпочта, ни частные почты, ничего. Иди, смотри, совёнка хоп-хоп. Так, я взяла... Вик, ты зависла или что, не пойму. А, нет, да. А ты же такой сидишь. Да. Я листик взяла. Называется Вика. Попала в закулисье блога, что пишет с той стороны. Так, все, я взяла листик. Давайте. В каком диапазоне, Дан, ты загадываешь циферку? Я загадываю от 1, вот это вот упаковка от шоколадки, если что, пустая. В плане без каких-либо цифр.
Я загадаю от 1 до 100, нужно быть подписанными на меня и на всех моих друзей, 52 человека. Мама. Да. И денежный бонус кому-то сейчас отправится. Нужно угадать цифру от 1 до 100 и быть подписанными. Все очень просто. Я включаю скрин видео запись экрана для того, чтобы потом на конкурсный аккаунт на вот этот данный дарит. Что? Выставить подтверждение того, что я вижу. Объясняю, почему. Для тех, кто первый раз. Потому что у всех из-за того, что... Пока не пишите никакие числа, не пишите. Из-за того, что у всех по-разному интернет глючит, глючит интернет, у всех по-разному выкладывает, да, сынок, что? Поэтому я буду называть, озвучивать, что я вижу, и в подтверждение я покажу, что показывал мой экран, для того, чтобы вы потом мне не кричали и не писали, что я была первая, и все в этом духе. Вот. Сейчас, одну минуту я ему только переключу мультик, потому что он не дает покоя. Сейчас. Тебя переключить на другой, более интересный? Давай, садись. Покажи, какой ты хочешь. Вы едете на поезде? Фигуры будешь смотреть? Сейчас Дана напишет слово «старт». После слова «старт» вам нужно будет писать ваши варианты. Это что? Ну вот. Сейчас, ребят, пока цифры писать не нужно. Только после того, когда она напишет слово «старт». Так, я загадываю число, потом включаю видео, а потом только пишу «старт». Цифру в диапазоне от 1 до 100. Да, вас видно. Так, все, получается. Засчитываются... Я написала, запись пошла. Она напишет слово «старт». То, что писали до этого, не засчитывается. Так, я вижу 77, 72, 75, аккуратно. Кому прогружаются цифры? 66, 45, 15, 23, 23, 64, на кому бонус? 75, 4, от 1 до 100, 12. Да, одну цифру, но вы можете писать... В одном сообщении одну цифру, прям подряд, много разных вариантов. 78, 87, 81, 52, 28. Я это все называю, что я вижу. Плюс идет скрин видео запись. 92, 61, 7. У всех по-разному, да, отображает. Ну, как бы это не странно. Но я на всякий случай у тебя, Вика, спросила, да, по-разному. 95, 22, 12, 85. О, сейчас так же. Дальше 12, 40, 94. Нет, 34, 12, 21, 64, 27. Не забывайте, 77. Самое главное, вы должны быть подписаны на всех людей, на кого подписана страничка Дана Дарит, либо страничка Меланика 14. 85, 6, 82, 69, 23, 48. Те, кто пишут несколько цифр в строчке, я их не засчитываю. Так нельзя. 98, 57, 8, 77. Это все я называю то, что нет. 28, 45, 55. На кону бонус. Подписка на моих друзей и угадать от 1 до 100. 29, 77, 22, 45, 10, 89. Кстати, я хотела сначала одну цифру загадать, но я ее не загадала, а ее как раз-таки написала уже человек 5, притом сразу. 97, 6, 53, 16, 94, 90, 99, 58, 18, 15, 11, 8, 63, 1, 1, 100, 69, 18. Давайте, девчонки, даже если вы только сейчас увидели прямой эфир, вы еще успеваете.
41, 1, 5, 21, 43, 23, 41, 4, 22, 74, 23, 81, 34, 21, 79, 69, 19, 98, 9, 22, 32, 33, 76, 38, 2, 97, 11, 20, 76, 84, 15, 40. 55, 67, 18, 61, 82, 7, 40. Боже, я еще эфиры на лестнице сидя не проводила. 21, 40, 43, 25, 23, 68, 7, 10. 88, 52, 45. Господи, боже мой. У меня есть паблик один, в котором воздушные тревоги в нашей местности, поняла, объявляют. И только что оттуда смс-ка пришла, у меня уже чуть сердце не остановилось. Но там, нормально? Там про сводку за день написали. 9, 56, 29, 33, 66, 46, 25, 36, 69. 65, 60, 77, 57, 34, 29. Так, давайте кто-то угадывайте уже. 53, 69. Не забудьте подписку на всех моих друзей, на меня, потому что иначе, ну... В комментариях вижу девочек, которые у меня когда-то выигрывали. Прикольно. 64, 85, 22, 69, 61, 89, 41. 73. Нина Богач. Все, угадала. Сейчас я даже заскриню. Нина Богач, 73. Покажу. Вот. Надеюсь, видно. Заскриню еще раз. Сейчас остановлю запись. Я ее выставлю. Так, запись сохранена. Аккаунте Дана дарит. Да, вы там сможете все пересмотреть, как у меня на экране показывались числа и почему именно она победила, так скажем. Вот. Так, я жду вас, Нина, если можно, скиньте, пожалуйста, ваши реквизиты на конкурсную страничку, она Дана дарит, потому что я боюсь, что я у себя просто не отрою. Вот, поэтому числа уже писать не нужно. Я поздравляю Нину. Завтра мы с вами поиграем в такую же игру, возможно, даже... Если получится, я два раза выйду, потому что я смотрю, что хоть это типа и, ну, некоторые говорят, о боже, типа надоело, но это... Макар, ты сейчас свалишься с лестницы. Но это хотя бы, ну, люди видят, как это все происходит прямо в прямом эфире. Тем более есть запись экрана, которая подтверждает достоверность того, что, да, она озвучивала именно те цифры, которые она видела. Для этого да. И делает запись. Все, кто-то там пишет, я сделала скрин, вот, я сделала скрин. Девочки, просто зайдете на страничку Дана Дарит, сами своими глазами увидите, что она озвучивала именно то, что видит сейчас. Да, у вас и совершенно это... другое показывает. Ну вот сейчас Дана после нашего эфира загрузит видео, отправит деньги победителю, и дальше она кого-то уже из окошка звания будет выбирать. Ева Греева, я про вас помню, не переживайте, с вами все ок. Сейчас, одну секунду. Я вот здесь сяду. Так. Привет! А, он не слышит тебя в наушнике. Мама! Бабуля на тебя обидела за твое поведение. Иди скажи прости. Да бабуля.
Так, ребят, на этом мы не заканчиваем. Ну, в плане, игра закончилась, но конкурс не закончился, раздача не закончилась. И еще пару дней мы с вами подписаны на спонсоров, ждем итоги. С окошка желаний я буду выбирать сразу же после эфира, прямо сейчас пойду посмотрю. Буду Макара вкладывать, еще посмотрю. Вот, по поводу чего вам еще рассказать. Я думаю, все, в принципе, понимают и знают условия участия, только подписка. И либо дальше в эфире можете угадать, либо в лайфтайме поучаствовать, либо в окошко желаний написать, либо генератором вас выберет, сынок, аккуратно. То есть все как обычно, все как всегда. Ну все тогда, ребят, давайте желаем вам всем удачи. Успевайте, самое главное, подписаться быстрее на друзей Даны для того, чтобы принять участие, потому что финал уже буквально со дня на день, поэтому подписывайтесь. Возможно, кому-то из вас повезет, и я думаю, что каждому из вас сейчас такая финансовая помощь была бы очень-очень кстати. Вот, поэтому все, всем спасибо большое за эфир. Дан, я тебя сейчас наберу. Хорошо, всем... давай.